В этом видео я хотел поделиться своим опытом по ремонту кухонного края крана Lidl. Он подтекал, здесь даже видно будет, что вода отсюда подтекала, временами больше, временами меньше. И в один момент мне показалось, что очень много воды текет. Я решил поменять кассету и начал его разбирать. И с чем я столкнулся с проблемой, это когда я убрал... выдернул вот эти, ну, кнопку горячая холодная вода отображение, и мне не видно было, что там, какой зажим стоит, что откручивать. Я пробовал отверткой и шестигранником разных размеров, и мне непонятно было, открутил, не открутил, фонариком светил, но толком ничего видно не было. В итоге открутил шестигранником вот такую гайку или зажим. Он маленький, то есть видно, но это я понял уже, когда разобрал кран, то есть выдернул этот рычаг, и эта гайка валялась внутри, то есть он был откручен давно, и я не мог его выдернуть, потому что за несколько лет эксплуатации этого крана вот эта втулка, она, скажем так, прирослась к металлу. И я силой, когда выдергивал, сломал ее. То есть с этой кассеты. И потом только плоскогубцами я выдернул отсюда. С этой ручки. А дальше при разборе также спаялась. То есть еле-еле открутил вот эту гайку. Ну и эту как бы легко получилось открутить гаечным ключом. Здесь как бы проблем не было, небольшими усилиями она открутилась. Кассета у меня вот такая. Нашел я подобную кассету только в четвертом магазине по сантехнике. Купил вот такую за 250 рублей. В чеке было написано, это диаметр 40. Фирма Linex. Ну, вроде идентично. Проблем не должно быть. То есть все должно встать и все заработать. В общем, при разборе я испробовал, то есть использовал вот такой шестигранник. Маленький. Для откручивания вот этой гайки, которая зажимает, прижимается в этот, в эту ручку на кассете. Вот эти инструменты мне не понадобились, отвертки разных размеров. Ну и гаечный ключ. Сейчас буду собирать обратно. Стало. Перед тем, как закрутить эти детали, я решил смазать их вот таким маслом, чтобы они не за время не прикипали, и в дальнейшем можно было легко их разобрать. Эту гайку я закрутил, одной рукой неудобно было, поэтому процесс не показал. Мне надо было придерживать гаечный ключ, чтобы он не срывался, и крутить. В общем, до конца закрутил. Теперь вот эта деталь. Если не получается открутить вот эту деталь, то можно обмотать резинкой и гаечным ключом ее закрутить или открутить. Thank you.
Прежде чем поставлю кран, я закручу зажимное устройство, гайку маленькую. До конца я ее не буду закручивать, чтобы можно было засунуть на штифт, а потом уже закрутить. Короче, я решил шестигранником сразу задеть, потому что не видно, попал, не попал там в эту гайку. Все, и закрутить. Да, это заглушка сломалась. Сразу заодно решил фильтр почистить. Он немного забит. Ну, вроде все работает. Посмотрим со временем, течь будет или нет. Но я думаю, что не должно. Такой опыт по ремонту крана однорычагового.